Ульяновская область в тройке лучших по комплексу социально-экономических показателей в числе регионов Приволжского федерального округа. Среди муниципалитетов лидирует Чердаклинский район, в абсолютных аутсайдерах – город Димитровград. Регион стал абсолютным лидером в ПФО по производству животноводческой продукции, строительству жилых домов и ряде других направлений. Таковы итоги рейтинга, составленного Центром стратегических исследований. Глава региона отметил, что экономика области постепенно начинает нормализоваться, но, как показывает анализ, проблемы все уже есть, и их нужно решать в срочном порядке. И нас крайне важно с вами при принятии любых очень важных управленческих решений отталкиваться от глубокого понимания, где мы сейчас находимся и что нам предстоит в ближайшее время сделать для того, чтобы наконец-то уйти от этого постпандемического такого шока и привести в состояние хорошо работающей экономики, а значит, повышение благосостояния людей. Среди муниципалитетов в лидерах по-прежнему Чердаклинский, Меликесский, Новоспасский, Ульяновский районы, а также Сурский. Ему уделили особое внимание. За год здесь удалось увеличить оборот организации почти на 3%. Рост зарплат составил 11%. Оборот торговли увеличился на 10%. А рост инвестиций на 74%. В число худших вошли Старокулаткинский, Барышский, Базарно-Сызганский районы и Димитровград. Город атомщиков, в котором последние два года у руля коммунисты, по многим показателям занимает последние места. Абсолютно последнее место в городе Димитровград занимает по задолженности перед субъектами предпринимательства. То есть задолженность составляет 26 миллионов рублей. Это 24 место по показателям занятости. 23 место минус 5 позиций. В числе аутсайдеров это оборот организации, 21 место Димитровград. Объем доходов бюджета 19 место. Поступление НДФЛ 20 место. Уровень преступности 23 место. Уровень безработицы 24 место. Как выбраться Димитровграду из социально-экономической ямы, решать местным властям. В областном правительстве намерены курировать шаги муниципалитета.